Так, друзья, привет. Сегодня у нас с вами интенсивная прогулка с элементами бега пешкового края вот такого, да? По достаточно такому хорошо протаренному тренгеру, с много ходоков. Вот, и мы с вами пройдемся достаточно быстро и широко. Отличная погода, морозное, высокое давление, солнце высоко. Ну, погода располагает хорошему пешему отдыху. Друзья, мы наконец-то зашли более-менее в лес, и здесь как бы людей поменьше ходит, и можно спокойно перевести дух и сказать несколько приветственных слов вам на канале, на моем. Посещайте меня и со мной, и гуляйте, вот. Ищите свои маршруты, это полезно, ходить пешком именно. Ногами. Я потом расскажу, что такое с ногами, почему они должны ходить. Хотя я об этом делал, это видеоролик. Если кто-нибудь смотрел, то я делал видеоролик, рассказывал, что мужчина должен ходить ногами, а женщина вышивать, что-нибудь делать руками. Все-таки попадаются, да, которые ходят ногами, и это очень правильно, хочу ободрить. Ну вот, друзья, мы приближаемся к конечной точке нашего движения, а именно движение какого? Между моим, вашим самосознанием мы движемся точку, где находится наше осознание, и между ними пролегает путь интерес. Маршрут интересный, мы шли с камушками, заигрывать зимой опасно. Между камнями может быть провал, куда наступать, ты не знаешь.
Вот что я вам хотел показать. Вот этот камушек замечательный, держащийся на трех точках, да? Вот весь смысл бытия. Видите, как он стоит красиво. Огромный валун. Цель нашего путешествия достигнута. Вот я вам хочу доложить, что мы с вами забрались туда, где не ступала нога человека еще после снегопада последнего. Мы с вами первые люди, которые залезли вот на эту каменную гряду. Прекрасные эти брадли. Здесь хорошо помедитировать, сидеть в тишине, в покое, да? Как оно там внизу? Прекрасно внизу. И вверху прекрасно. Еще бы нам эту гору зайти на следующие выходные. Наша цель — проложить путь между самосознанием и осознанием. Осознание находится вверху где-то, да, по нашим представлениям. Самосознание находится внизу. Так вот, этот путь мы называем сексуальным путем. Поэтому мы сегодня будем записывать видеоролик на эту тему. Ну что, друзья, двинемся вниз. Вниз двинемся, да?